заземлю начало индуктора этого. Теперь Катя работает на пачках. Вот это очень грубый сдвиг фазы. Это более тонкий, это еще более тонкий. Это регулировка длительности, и это регулировка. Это более грубые, это более тонкое. Подается на драйвер и транзистор. Транзистор прерывает минус скачер. Минус идет на сток. Параллельно 220 пикофарад конденсатор индуктор еще. Ватт лампа горит. Потребление тут маленькое, тут нужно сбрасывать около ампера потребления на самом деле. Тут где-то 27-29 вольт. Но тут провода достаточно тонкие. Вот пуш-пул питается на генератор. И тут два драйвера стоят. И из одного выхода драйвера идет сигнал на прерыватель, на генератор, ну, генератор импульсом со сдвигом, чтобы прерывать этот качер. Я могу подвигать фазу. Раньше еще подавал с другого канала, и тут на драйвер, и он перерывал этот транзистор. Но я потом фазу двигал на генераторе. Вот тут есть фаза. Но вот, когда крутишь эту крутилку и двигаешь фазу, тогда она от этих тресков, перещелкиваний, она то на одно плечо сбивается, то на второго. Потому что тут два раза выше частота, чем подается, чем шпула выдает. Он то на одно, то на второе иногда прискакивает. Так. А другой... Еще другая проблема, что тут вот фаза двигается только вот... Вот эту самую маленькую можно 1 градус сдвинуть, нельзя более чувствительно сдвинуть. Другие, знаю, генератор есть, который более чувствительно двигает, но это только до 1 градуса двигает. Потом я пробовал подать с другого канала вот на этот вход, и тоже как бы иногда можно подвигать немножко и генератором фазу. Но тогда нужно одинаковую частоту настроить. Например, тут 56, так там 28 кГц надо настраивать. Я не могу пушпулать тогда частоту каждый раз. Очень неудобно нужно. Каждый раз подстраивать. Подстроив пушпула частоту, нужно и этого генератора, который фазу двигает, тоже подстраивать частоту. Два раза ниже. Можно и одинаково как бы.
Потому что было тогда будет и на верхнюю, и на нижнюю. Но все равно нужно, неудобно, нужно и на второй, и на первый генератор перестраивать. Поэтому запитал я эту пушку прямо, чтобы был только вот один генератор. Еще делал один тут. Делал 1 градусом больше, и тогда он так плавненько по всей синусоиде идет. Но тоже никаких эффектов не заметил. И все равно так. Тут очень слабый и трудновато было заметить, где он там бил. Теперь вот можно фазу подвигать. Частоту можно покрутить. Сигнал снимается с как бы токового колечка, но на самом деле она не ток мерит. У меня тут никаких тресков нет, ничего на горшке, потому что тут снайперы стоят, транзисторы RFP-260N, тут вот очень хорошая связь между первичной и вторичной. А нет, тут у меня это нигде не подключено. Вот 28 витков, потому что но проницаемость горшка хорошая, и тут тонким проводом он более близко к ферриту и более хорошо передается. Вот эти 3 витка. Вероятно, что когда толстым проводом идет, тогда хуже передается и сильнее выбросы ЭДС, поэтому горшок скрипит. Еще когда его повыше проницаемость, пониже, то есть тогда хуже передается на эти 3 витка. И выше выбросы ОДС, особенно если зазор есть, там вообще очень сильные выбросы, тогда вообще может сильнее скрипеть. Транзистор вообще не греется. Катер тоже немножко теплый.